кальмары и креветки с лапшой в сливках. Пару минут обжарить размороженные кальмары и креветки, если они у вас заморожены. Буквально пару минут. Туда положить чесночок, немножко маслица. Потом все это залить сливками. До этого сделать лапшу, отварить любую лапшу, какую вы хотите. У меня двух видов. У меня и рисовая, и такая зеленая со шпинатом. Вот. И потом еще в сливках пару минут буквально креветки с кальмарами потушили. Сняли с плиты и добавили готовую лапшу. Перемешали, пару минуточек подождали, чтобы лапша впитала сливки. Все. То есть соль, перец, там какие-то специи по своему вкусу. Самое главное, чтобы кальмары не передержать. Креветки тоже будут резиновые. Максимум 3-4 минуты, чтобы они готовились. Вот такая вкусняка у меня получилась. Очень вкусно. Я положила кройто де Провенс, травы Провенса, или как они по-русски, ну, которые французские, да, травы из Провенса. Из Прованса, извиняюсь, из Прованса. Вот. И чеснок, перец и соль. И вот у меня такая вкусняшка получилась. У меня кальмары были большими кусками, большой кальмар был. Ну, ноги, да, разрезанные, вот видно по нему, вот не кольца, а вот именно большие куски кальмара. Очень вкусно, очень вкусно.